Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Характеристики и качества владельца имени усиливаются, если эти люди родились в так называемом периоде числа 5, то есть с 21 мая по 20-27 июня и с 21 августа по 20-27 сентября – самые влиятельные дни Меркурия. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Без преувеличения можно сказать, что усмирение этой личности и направление ее в нужное русло порой граничит с настоящим героизмом. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Люди с этим именем желательно еще в юности определиться, кто же они такие. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.